Добрый день, Елена. Здравствуйте. Очень приятно вас видеть. Видите, к сожалению, пока еще до конца все не оснащено, но это совершенно уникальный будет комплекс, если мы все сделаем до конца, где могут реставраторы археологического металла, мы сейчас находимся в реставрации археологического металла как раз, работать по определенным технологиям. Если раньше мы работали, скажем, вот сначала один вытяжной шкаф был там, для одного металла, мы меняли, чистили его, ставили другой металл, здесь же все идет вот как раз по технологии, то есть очистка, закрепление и так далее. То есть у вас получился конвейер? Мы сделали цикл определенный, чтобы можно было работать, не тратя время. Если говорить про количество экспонатов, которые тратятся, которые делают в лаборатории реставрации археологических металлов, это примерно 1800 в год. Представьте себе, на 9 человек это огромное количество, естественно, требует время фотографирования, изучения, фиксации и так далее, поэтому, конечно, требует время. А здесь мы как раз сэкономим очень много времени, если все будет работать так, как нам будет необходимо. В той комнате просто столов еще нет? Здесь еще, к сожалению, пока не сошли до конца. Это вытяжные шкафы. Это вытяжные шкафы, которые можно работать достаточно хорошо. Здесь регулируется мощность вытяжки, свет регулируется. То есть вы здесь что-то полируете, там полируете? Да, не только полируем, но мы, естественно, сначала обрабатываем химией, делается очистка, тонкая очистка, грубая очистка. Там есть вытяжные шкафы для пескоструйки, здесь используются с использованием химии, специальные есть такие отсеки, очень интересные. Так что, в принципе, здесь... А здесь будут цикл. Какие-то столы? Здесь, да, здесь столы как раз для работы. Ну, пока еще их не привезли, надеюсь, что скоро будет.